Так, ну что ж, всем привет, с вами Артём, и на обзоре сегодня такой интересный мод под названием Вены, как там, его копатели вроде. Да, в общем, сейчас мы подзырим на этот прикольный мод. Этот мод добавляет нам, когда мы берем алмазную кирку, то он в правом нижнем углу экрана выдает такую буковку V. И вот, нажимаем на нее, и у нас активируется сила. Вот, когда мы ломаем какую-то руду, одну, то десаблю, то оно ломает. Подождите-ка. Что-то какие-то проблемы этого мода. Ага, вот. Вот это все сыпалось за то, что мы добыли. Точно так же и с золотом. Охренеть. Ёпарасоте. Охренеть. Вот видите, какие у него баги. Хотя, может быть, это и не баги. А, хотя, в принципе, это... Нет, это все же баги. Охренеть, но мне всю пещеру почти разроет, если я буду так продолжать нажимать на эту кнопку, и точнее ломать блоки. Охренеть. О, освещение нам подарили. Да, в общем, полезный мод, должен сказать. Автошахта такая. Ай, блин, мне теперь это же все заделать, это же как некрасиво выглядит. Хотя, в принципе, норм. Да. Так, а чё оно? Ага. Так, также это действует на уголь. На уголь. Она лазурит. Не, на лазурит это не действует. К сожалению. Да, в принципе, мод очень прикольный, советую его скачать. Ладно, ну что ж, с вами был Артём. Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите мои видео еще. Всем пока и удачи!